Привет, дорогие любители футбола, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Меня зовут Егор Дергачев, и я рад каждому из вас вот так вот пожать руку и поприветствовать в своем видеоблоге. Продолжаем с вами обсуждать чемпионат России по футболу, и сегодня поединок на повестке дня у нас, который пройдет на стадионе Петровский, но там играет уже не «Зенит», там играет свои домашние матчи «Тосно», который будет принимать «Ростов». «Тосно» вполне ожидаемо дал бой «Амкару» на выезде. Команда Дмитрия Парфенова сыграла в нулевую ничью с «Пермяками». Ну а «Ростов» предыдущий свой матч в чемпионате России проиграл. Проиграл «Рубину». Возможно, где-то незаслуженно. Все-таки там была больше ничейная игра. Но, тем не менее, команда Кучука потеряла не 2 очка даже, а целых 3. И сейчас «Ростов» едет в Ленинград, хотел бы я сказать. Но город называется ныне Санкт-Петербург. Едет в гости к команде из Ленинградской области, где на Петровском будет, безусловно, интересный поединок. Если честно, сложный, очень сложный матч для прогноза, поскольку «Тосно» показывает в последнее время, что эта команда играющая, что она может добиваться определенных результатов. Но, мне кажется, что фаворит в этом матче все-таки «Ростов». И я предлагаю оттолкнуться именно от ростовчан и взять нулевую фору на «Ростов». Коэффициент 1.76. Да, коэффициент не сильно большой. Да, в ставке присутствует какой-то минимальный риск. Но мне кажется, что у Ростова есть все шансы победить. И если вы думаете так же, то не скупитесь на лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Конечно же, в комментариях пишите свои мысли по поводу матча «Тосно» Ростов. Но естественно, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании у этого видео. The farmer takes the wife.